Всем здравствуйте! Иногда актеру на сцене приходится взаимодействовать с воображаемыми предметами. Ну, например, когда нужно войти в какую-нибудь волшебную дверь. Или снять невидимую перчатку. Ну как же это сделать? Ведь этих предметов нет. А все очень просто. Нужно сначала взять нужный предмет. Перчатка. Это то, что нам нужно. Надеваем. Снимаем. Когда мы запомнили каждое свое движение, мы готовы это делать без предмета. Держим ее, чувствуем пальцами. Открываем. Высовываем руку, медленно-медленно передвигая пальцами. Двигаем. Чувствуем ощущение между пальчиками перчатки. Натягиваем, поправляем. Перчатка на нет. А теперь снимаем. Снимаем. Рука свободна. А теперь мы можем попробовать с любыми другими предметами. Это очень вкусное варенье. Придерживаем. Она круглая, тяжелая. Эти крышки обычно очень сложно открывать, но нам же ничего не страшно. Итак, оп, открыла, перехватила, взяла самую большую ложку. Ну, теперь я хочу клубничного варенья. Итак, придерживаю, открываю, перехватываю, беру ложку. А вы что? Приятного аппетита! А я пойду поем.